у вас, в вашем городе будет очень большой, а? Yeah, yeah, but будет большой фестиваль, а? Два раунда, да, ребят, два раунда. How many rounds, Мон? No. How many rounds? One or two? Не, чуваки, нет, я вообще не тренирую, не отстаньте, нет. Нет, вот. How many rounds, Мон? Нет, отстаньте, это вообще дешевая фигня. Дешевая фигня. How many rounds? Вы сколько хотите, один или два? Один раунд. Zero or one round? If you will be close, you will give one more round. No. 8 и 9 мая, я не договорил, меня вечно перебивают какие-то ребята, понаехали вон двое. Что такое, сегодня? Ну, хорошо. Короче. Be careful, bro, be careful. Короче, 8-9 здесь, в Питере, будет очень крупный батл, приедет очень много украинцев, казахов и так далее. Поэтому приходите, поддержите нашу культуру, мы очень дружелюбные ребята, мы любим ваши стили. Одиссея вообще обожаю, он красавчик. Так же и вы нас. А? Все, он подышал. Все, чувствички его начинают, поехали. Мы там ждать. Да, ну, братан, запросим вообще, ты что его растоптаешь? Thank you.
Это все большая. Это все мелочь, наоборот, мелочь. Это ерунда. Главное, что мы собрались, мы это видели, было круто. Мы стали частью маленького события классного. Поэтому поднимайтесь, ребят, поднимайтесь. И он дувает здесь. Бро. Первый забирает деньги, второго нет ложка. Окей. Окей. As you guys can see, they are crazy, right? Yeah. Give it up to them. It's not easy to crump. If you crump, you feel every single muscle in your body. Yeah. And for them to go on these rounds, like crazy, going there, jumping, screaming, making you get goosebumps. Yeah, it's crazy. Crumpers are crazy. We are crazy. Yeah. So, I want to feel it. If you want to learn this dance, go to Slam 88. Yeah. Ugly Fate. Talk to them. They're going to show you how we do. One more time? And this dance is crazy. So come, we need more of you guys. Russia is the craziest crump place I've ever been. Right? I have to say this. One more time. Yeah. So thank you guys for supporting this. Окей, все же победит. Большое спасибо Уэйву, скажем еще раз, все вместе. Thank you, Уэйву! Окей, победителем Респект Портала 2014 в номинации КРАП 1-1 становится все вместе. Уэйву!